what you want. Купить себе лодочки, две пиццы, лодочка в Барановичах, это знаменитая. И купил себе два блинчика с ветчиной. Кока-кола с вкусом лаймом. И сейчас... Вот два блинчика, вот мне салфеточки дали. Сейчас буду кушать лодочки две. Вот они, знаменитые. В них входят грибы, сыр, кетчуп, майонез и пицца, значит, какое-то мясо внутри. Вот это все стоило мне 12 рублей. Две лодочки, два свежих блинчика, упаковка, салфетки и холодный напиток. Сейчас буду есть. Вот эта лодочка вам поближе показать. Здесь, короче, видите, это пицца. 3 рубля 20 копеек за одну. Тут вот такое мяско, вот, и такая вот жареная булочка, как вафелька. Очень вкусно, сейчас наслаждаюсь. И кола со вкусом лайм тоже очень вкусная. Вот какой вкусный блинчик, я только что попробовал, я чуть в обморок не упал. Какой он вкусный, серьезно. В нем сыр, видно, вроде бы это ветчина или говядина. Нет, или свинина с сыром, короче. Видите, какой сыр? Желтенький. Вкусняшка. Вот это вот стоило 2 рубля и 80 копеек за вот этот вот блинчик.
Смотрите, какая красота, я сейчас в центральном парке, фонтанчики идут. Здесь вот еще можно лодочку купить, вот здесь вот. Здесь есть детская площадочка. Молодые люди тут гуляют. Всякие тренажеры есть. Теперь я нахожусь в своем элементе, в природе. Сейчас мы дойдем до самого сердца парка, где тут фонтанчик красивый. Вот тут еще детские площадки. Вот мы в центре.
что-то такое, сердечко есть. Красота. Кстати, сейчас 6 часов вечера. Вот сейчас тут покажу вам театр в конце парка. Советская звездочка. Театр «Звезда». Люди сидят, расслабляются, молодежь, всякие люди. Все лавочки заняты. Друзья, я возвращаюсь в парк. Я только что закончил прямую трансляцию на YouTube. И хочу вам показать в хорошем качестве, кто тут гуляет и какой движок в Барановичах вечером. Вот парк. Здоровья. Сейчас почти 8 часов вечера. Лампочки включаются. Я буду говорить, чтобы YouTube не словил тут какую-то музыку. Так что я буду сейчас болтать, пока я не отойду от этих вот ресторанов. Значит, я час с половиной назад записывал видео здесь. И вот я вернулся, и здесь стало еще больше людей. Вот так вот белорусы живут. Глаза, конечно, мои радуются. Очень радуются. Просто вам показываю настоящую Беларусь. Не туристическую Беларусь, а настоящую обычную Беларусь в маленьком городке 175 тысяч населения. Вот этот вот фонарь тоже знакомый.
Вот где я купил лодочку. Вот в этом вот ресторанчике. Сейчас вам покажу цены. Вот я купил лодочку с пицца 2. И блинчик с ветчиной и сыром. Вот Доминос пицца. И, кстати, ни один человек возмутился, что я записывал, снимал что-то. Все нормально относились к этому. Вот вам какие люди сейчас гуляют. Почти 8 вечера. Сейчас прогуляем по вот этой красивой улице. Так вот, мне надо просто идти вперед. И я буду дома. Восточная кухня. Сейчас будем подходить к улице Комсомольской. Пока закат сейчас будет, будет очень красиво. Сейчас я покажу. Вот, кстати, меняли имена в 884 году. Маринская, 1912. На английском языке, когда была Литовская империя, и что-то было. 19-й год вернулась в Маринская, 21-й год опять что-то непонятное, потом 39-й до 41-го Советская, 41-го до 45-го Маринская улица, и вернулась назад в 45-м году Советская. Вот этот конь в Барановичах. Красивые цветы. Хочу вам показать улицу Комсомольскую, как красиво выглядит солнышко сейчас. Вот улица Комсомольская.
такие беленькие домики. Очень красивая улица, действительно. Площадь Ленина, друзья мои. Народ еще гуляет. Бедные белорусы сейчас гуляют, они работают. Что же они будут делать? Сколько народа, посмотрите на это. Все улицы завалены народом. И так везде, по всей стране. Не только здесь. Сейчас подойдем поближе к Ленину. Пару лет назад они тоже тут реставрировали его. Историческая культурный объект. Я делю с тобой землю.